Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить восхитительный пирог с орехами. У пирога очень вкусная хрустящая ореховая шапочка и сочная ореховая начинка. Данное количество ингредиентов рассчитано на пирог с диаметром 19 см, высотой 6 см и весом 860 граммов. Давайте приготовим! 200 граммов обжаренного арахиса надо измельчить. Я измельчаю арахис средний. По желанию арахис можно заменить грецкими орехами. К арахису добавляем 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахара и 3 грамма или 1 чайную ложку корицы. Перемешиваем. Добавляем 50 граммов сливочного масла. Для удобства я его нарезала кусочками. Перетираем все вместе до однородного состояния. Получается вот такая рассыпчатая арахисовая смесь. Далее тесто готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов. Сразу к 160 граммам или 8 столовым ложкам без верха пшеничной муки добавляем 5 граммов или 1 полную чайную ложку разрыхлителя для теста и перемешиваем до однородного состояния. Все продукты должны быть комнатной температуры. К 70 граммам мягкого сливочного масла добавляем 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахара, 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. Хорошо взобьем все миксером, чтобы масло стало воздушным. Далее добавляем по одному яйцу. Каждый раз хорошо взбиваю все вместе миксером. Всего нам понадобится 2 яйца. Добавляем 130 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния. Всыпаем 4 грамма или пол чайной ложки соды. На небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Просеивая, добавляем муку с разрыхлителем для теста и щепотку соли. Аккуратно вмешаем муку, чтобы она не разлетелась при перемешивании. И перемешаем на небольших оборотах миксера недолго до однородного состояния. Соберем тесто со стенок и промешаем по дну. Вот такое получается тесто. Я выпекаю пирог в форме диаметром 19 см, но форму закрываю пергаментной бумагой, пока форма тефлоновой лентой. Вместо ленты можно использовать пергаментную бумагу или смазать края формы маслом и слегка присыпать мукой. Перекладываем половину теста в форму и разравниваем. На тесто равномерно высыпаем половину арахисовой смеси, отступая от края примерно сантиметр. На арахис выкладываем оставшееся тесто. Я тесто выкладываю ложкой, равномерно его распределяя по всей поверхности. Аккуратно разравниваем тесто, не перемешивая его с арахисовым слоем. Сверху на тесто равномерно высыпаем оставшуюся арахисовую смесь. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45-55 минут. Время выпечки зависит от размера пирога и вашей духовки. У меня пирог выпекался 50 минут. Готовность пирога проверяем деревянной палочкой и прокалываем середину, так как середина протекается самой последней. Если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит пирог готов. Даем пирогу остыть в форме минут 10-15 и освобождаем от формы. Оставляем на решетке остывать до комнатной температуры. Остывший пирог для красоты я посыпаю сахарной пудрой. Пирог очень вкусный, в меру сладкий, у него легкое воздушное тесто, сочная ореховая начинка и очень вкусная хрустящая ореховая шапочка. Готовьте пирог с удовольствием, радуйте себя и своих близких вкусной домашней выпечкой. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!